Привет. Как вы помните, ну вы, наверное, забыли уже, неудивительно, я собирался церковь построить, но в итоге получилась газовая камера случайно. Поэтому я понял, что архитектор из меня никакой. Я отчаялся, впал в депрессию и решил, короче, вот здесь построить дом в скале. Но мне вот этот дом мешает, и я кое-что хочу с ним сделать, очень интересно. И для этого мне нужно... О, ёб твою мать. Мне нужно... А, зачем? Вот сюда же можно просто-напросто этих криперов, точно. Они же смогут за мной пройти? Упс, хозяина нет там нигде. Бежит, сука! Нет, никого нет, на самом деле. Надеюсь, хозяин не обидится. Так, а, нет, стоп, дверь... Но теперь надо дождаться ночи. А здесь мы сделаем вот что. Мне там херачится камень. Вот здесь, в этой моей лачуге скромной. Очень медленно, правда, но тем не менее. Тем не менее, все-таки это... Куда отдал? Иди сюда. Возвращайся. Сюда мы забомбим гладкий камень. Ой, точнее, просто камень. Получится, по-моему, гладкий камень, да? Сейчас, если мы проверим... Да, детка. Отлично, солнце садится. Пора избить жителя какого-нибудь. Давай, иди сюда. Ладно. Я научился, я сделал хлеб. Я понял, что узнал, что лучше кушать хлеб, чем разводить куриц. Это очень долго. Вот, а хлеб собирать быстро. Ну, не очень быстро, но тем не менее. Сейчас мы заманим криперов. Твою мать, куда все делось? Прикольно, я даже не знал, что есть такая штука. Ну, кто-нибудь появился? Нет, это зомби. Зомби! Бежит золотой мой. Зеленый гоблин. Че, я лох, что ли? Че? Не, я не лох, че? Ща найдем. Вот ублюдки, смотрите, одни зомбари. А криперы-то есть? Че за... Бляха, мух, еще лучник, сука. Да, не фартанул, не повезло. Он за мной сможет побежать? Сейчас самый напряженный момент на самом-то деле. Давай. Ну, смогете? Слушайте, вроде могут. Могут, умеют. Вау, сука, уйди отсюда. Твою мать, больше нет. Они там? Нет, я... Твою мать, я по-моему... Да похер, рвани. Взрывайся. А, дом не повредил, скотина. А что это такое мне дали? Достижение, что ли? Что это за дерьмо? А, я отравлен! До свидания. Спать! Да почему? О, все. Фу, ну пипец. О, господи, это ведьма, наверное, какая-то там. Андезит. О, четко. О, утро. Замечательно, замечательно. Или нет? Да ну, ты вообще противный. А, вот он упал. Ну. Вау! Вот это я зря. Ну и ладно. Хорошо, тогда давайте сейчас замутим. Где этот гладкий камень? Вот он, давайте просто... Сейчас мы вот так вот сделаем. Блять. Сука! Теперь, если его разрушу, будет другой. А, нет, гладкий, да? Или что? Гладкий будет? Или какой? Так же? Это арка.
будет такая суперская. Ну, бункер обычный, как всегда, у меня получится. Чё еще? Я же лох. Лох, чё, я же лох. Так, почти сломалась кирка, надо поменять. Бум, 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 бум. Так, у нас тут есть... А где ее там надо делать, я уже забыл. В верстаке, да? Вот падла, даже палочки нет. Сука, да что же я такой непредусмотритель? Кто тут рычит? Мой маленький друг, не нужно тебе этого делать. Иначе я тебя съем. Так, вот так вот. Сломалась она, прикиньте. Хуйня! Удаляю игру. Ладно, нормально. Мадафака. Ой. Так, что у нас дальше по плану? Буль, под боком было. Да давай! Хоп! Своей мощной квадратной рукой. Херакс и все. Это что, камень? Зашибись. А это что, тоже камень? Нет. Че за говно? А, все нормально. Ну все, погнали. Ну-ка, давай. Жирный, что ли? Давай. Ой, Надинка. Оу, е. Вы спросите меня, что я делаю, а я скажу вам. Не знаю. Не знаю. Так, темнеть, что ли, начинает? Или это у меня в глазах? Так. А, бум, 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 бум. Отлично. Раз. Все, больше нет. Так, где тут еще я вроде... А, реально нету, что ли? Ну, вы вообще дикие, дикие, дикие. Так, а здесь гладкие. Ну, ладно. Тогда берем топор. И нам нужна березка вот эта. Так, а факелы у нас есть? А то они тут нареспаумятся, кстати. Вот опасно. А то, блядь, что-то сделал. Идиот, давай быстрее. Чувак, чувак, пожалуйста. Где факел? Вот. Быстро. Просто поставим, чтобы они как бы... Все, нету. Ну ладно. Сойдет. А, да, ну и береза. Все, да? Фух. Ну что же, пора подкрепиться. Ой. Недостаточно. Ну да ладно. Оп, оп, кто тут? Никого. Так, твою мать, а что я хотел сделать-то? А, паркет, точно. Хули нам, богачам. Ты был дорог мне, но нам придется расстаться. Вот так вот. Ты был мне как друг, но... Нет, не сегодня. Бум-б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 ум. Отлично. Паркет — дело важное. Так, ну, факелы. На факелы насрать, в принципе. Новые сделаем, если что. А они, видите, не хотят застревать в текстурке. Кто там? Кто там? Бум, вылетело. Так, ну а сюда у нас идет... Так, давайте сольем мясо. Нахер оно нам нужно? Как его слить? Фига там звук, как будто просто шмат сала говядины кинул туда. Огромный. Березу, наверное. Хотя столько камня уже, реально перебор. Там нам столько и не надо. Так, здесь у нас гладкий доделался. Здесь гладкий делается. О, гладенький. Гладкого вроде достаточно. Ну, хотя я не уверен, придется еще, наверное, побегать туда-сюда. А, гладкий. Так, вот это гравий вообще, кстати, он для чего, я забыл. Ну, короче, для чего-то он нужен. Андезит. Мне нравится говорить андезит. Многих бесит. Так, ты... Ёб твою мать, ну вот что это было?
Я же не знал, что факел такой терминатор прямо, а? О, нет, чуть-чуть не хватило. Да, буквально вот щелку заделать. Березовая плита. Одна. Дом самоуничтожения. Входишь туда, и там все взрывается к херам. Так, а где гребаная лестница? Точнее, забор. Вот. Будем исправляться, будем что-то более стоящее делать, как-никак. А теперь берем вот эту фигню. Заделываем. А здесь... Сейчас надо нарыть песка. Лопата что, у меня сломалась? Что, нет еще? Твою мать, сейчас затопит нахер нас всех тут. Главное не сдохнуть, когда копаешь песок. А то так захлебнешься водичкой, поперхнешься и все. Кони двинешь. Ты прям вообще красава, я смотрю. Так все быстро делаешь там. Ну, прям вообще там просто слов нет. Молодец, что могу сказать. Молодец, молодец, да. Ага. Вот сюда. Вот так вот. Все, херачьте стекло. Камня нам уже столько и не надо, по сути дела-то, да? Делаем забор. Вот так. Это что за говно? А я думал, лучше будет. А, потому что, наверное... О! Во! Моя скромная конура. Похоже на камеру зэка, но сейчас мы ее преобразим, чтобы этого не... Ну, представьте, что это не камера зэка, так что... Ну и, соответственно... Так, а у меня же... не того цвета. Ладно уж, делаешь. Сделаем уж того цвета. Так, дубовые ступеньки. Вот. Березовые. У нас закат. Оу, А как тогда... Твою мать, как поставить их? Блять, как это сделать? Может быть... Так, о! Ну, похоже, что кто-то сидит. О! Ой, блядь, темно уже. Так, хорошо. Что там на стекло? Фигачится, наверное, до сих пор. Что-то поставить на этот стол. Давайте поставим, знаете что? Тортик. Если получится, конечно. Зашибись. Лучник там. Валим, валим, валим. В этой камере будем сжигать всех из зомбарей. Там, кстати, не нареспомнилось. Кстати, странно. Я думал, они там появятся. А они, видимо, не любят газовые камеры или просто замкнутые пространства. Что у нас здесь? Еда. О! Твою мать, яйцо нужно. Да не только яйцо. Бляха-муха. Молоко надо. Вы что, охерели, что ли? Вот сучки. Так, ведро. Да где же она? Вот. А, дальше. Хорошо, пока что... А, да, гравий. Гравий у нас 56. Дальше. А, здесь у нас будет... А, что такое костер? Давайте посмотрим. Не загорится, да? Дом-то. Сука! Твою мать! Это так работает? Я думал... А-а-а! Ну ладно. Я думал, типа... Он не сломается. Ладно, давайте тогда... А, что я делаю? Подожди. Вот. Хорошо. Да куда ты? Хорошо, что гладкий камень здесь, ну... делается. Ну, в общем... То, что этот гладкий камень в булыжник не превращается, вот это хорошо. Так, теперь берем обычный булыжник. Да ёб твою мать. Сдолбал. Обычный булыжник. Вот таким вот образом. Нет, вот это было лишнее явно. Отлично, и... Как там... Да твою мать, чё не хватает? Палок, что ли? А чё не хватает-то? Типа, нужно дерево, да? Уголь есть, палки.
Не пойму. А, чисто нужно бревно, да? Уж если вы такие прихотливые, вам так все надо, то пожалуйста, сейчас захерачим. Все. Ну, было логично, но, ребят, когда вы кровать ломаете, у вас же не распадается на доски еще что-нибудь. Так же здесь. Так, а зачем я это сделал? Ах, да, точно. Бум. Отлично. Все, это у нас... Сука, тут же два. Это у нас камин. Ну, подобие какое-то. Ну, давайте тогда еще один сделаем сейчас. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Жертвест. Вот надо было сделать, чтобы не ходить дважды. Я так и знал. О, чуть не задохнулся. Где он тут? Вот он. Бумк. Отлично. Главное, чтобы тут пожар не устроил. Ой, надо вентиляцию делать. Ну, ничего страшного. Ну, вот. Ну, кстати, можно было сделать здесь стулья, чтобы все чики-пуки было. Ну, то есть, и у каминчика, типа, сижу такой весь крутой. А нам нужно овечку закадрить, чтобы там всякое с ней сделать такое, может быть. У нас есть лопата? Конечно. Лопатой надо потолок сделать, потому что... Ой, гадость какая, ой. Фига он рубит меня. Нормально, кстати. Быстро достаточно. О, гравий. Да ладно, он тут как раз... Блядь, он тут как раз и должен был быть. Так, отлично. Супер, вообще ништяк. А теперь ставим полированный. Должно хватить. Очень даже много у нас. Вот этот, я думаю, разрушится в обычный гравий. Но я не знаю. Если я сейчас вот этот полированный расхерачу, ну, в процессе игры узнаю. Отлично. И вообще я хоть... А, твою мать, надо было еще один слой. Вообще я хотел... А, там же стеклом. А что у нас здесь? А, нормально. Сейчас просто посмотрим, что это такое. Ага. О, даже цвета можно менять. А, ну краситель нужен, да? Смотрите-ка, один остался, да, гравий вот этот. Офигеть, как вложился я, круто. Пунктуальность, чёт, чё вы хотите-то? Пунктуален я. Сука! Какое-то говно всё-таки. А чё за дерьмо? Чё это такое вообще? Эти стёкла бить нахер. Чё-то я не врубаюсь. Ну, видимо, что-то плохая идея была. Вот так вот. Бум. Ну и все в целом. В принципе, готово. А насчет факелов надо получше как-то разместить. И я думаю, не факелы даже лучше, а там какая-то симпатичная фигня была. По-моему, я ее даже сделал. Но что-то не вижу я у себя в рюкзаке. Фонарик некий. Да, для этого нужна какая-то железный кусочек железа, короче. О, тут вообще его несложно, кажется, сделать. Круто. О, смотрите, там, по-моему, пожар, бежим! Ладно. Над столом, может быть. Даже не знаю, ну... Блять, а что с ним делать-то? Его... Сука, а что с ним делать-то? А, ставить надо, видите ли. Ну, ладно. Ну, наверняка есть какой-нибудь висячий. Висючий. Фига он ломается долго. Чем его, киркой, что ли? Остался. Блин, ну это фигово, если он... Ну ладно. Потом, может, что-нибудь интересное найдем. Техника пожарной безопасности, конечно, вообще не работает здесь. Падла, еще чуть-чуть надо было, да? Отлично. Вот. И вот. Ну все. Вот что-то уже, знаете, поинтереснее, да, нежели вот этот квадрат. Ну, вот эти штуки я думал вот тут поставить, сбоку. Но я просто никак не пойму, что вот с этим тоннелем лучше сделать. Ну, можно. Ну, ладно, пускай. Как бы я просто думаю... Я пока что здесь еще хату не замутил, поэтому думаю, что... двери нету. Вот если здесь у меня будет кровать, вот тогда нужно будет... Твою мать.
Сука, он же может сюда пройти. Ему же... Его забомбить можно, кстати. Че там? А, он засал. Черный. Black man. Black man. Ах ты, Слендермен. Че, нагнуть меня, думаешь? Ой, а он мне урон наносит. Вау! Так, он же сюда может попасть, да? У-у-у! Идиот! Хлеб ешь, а не дверь открывай. Не ту кнопочку нажал. Ну, сейчас мы подвосстановимся немножко. Блин, еще какие-то пришли там. Мутанты. А зажигалка есть? Поджечь его, может быть. Сейчас забьем его, не ссыте. Сейчас мы, короче... Сейчас мы войска тугаринские хитростью возьмем. Сейчас мы его... Ёб твою... А, ну что, не можешь пролезть? Ну, давай, давай, чё ты мне блок суёшь? Давай, детка. Давай, что ты мне сделал? Что, не можешь? Или можешь? Чё, ты уже не такой крутой? Вот, все, не крутой он, все. Я, правда, ничего не вижу. Так, а что с него выпало? Что-нибудь выпало, нет? Ой-ой-ой, мелкий засранец. Уйди отсюда. Убейся тоже. Маленький карлик. После этой битвы князь решил отдохнуть со стеклом в руке. Ну что, переселяемся туда тогда. Для этого нам нужно снести кровать. Чекаем. Быстро, быстро, быстро. Все нормально. Так. Твою мать, я дверь слил, походу, да? Дубовая дверь. Березовая или железная, может быть. Стеклянная есть? А где дверь-то, ёб твою мать? Оп. Вот это херня. Конечно. Забавная. А, подожди, можно же вот что. Раз. Ой, блядь, кому хоть шпанель. Кто стекла бьет? Че, ну так сойдет. Ну нормально. Вот, что-то там надо было мне... У меня ведро навоза. Коровку надо найти, да? Косточки. Овечка, о моё, мягкая, магенькая овечка. Стоп. А надеюсь, корову не надо приручать? Золотой мой. Вообще как нифиг делать, ребят, реально. Кавычка. Ну, если овца есть, вот, значит, шерсть пригодится. Так что забейте. Ну, пшена сейчас порубим. Мясо откуда? А, баранина, понял. Отлично. Вы же не против? Я тут у вас потырю немножечко урожая. А морковка... Ну, ее так можно, по-моему, съесть, но... Она для свинюшек подойдет. 6, 7, 8, 9... Ну, не знаю, она нам... Сколько ее можно, если я съем? Где картина? Да куда ж все девается-то? Из поля моего великолепного зрения, а? Плавильная печь. Хера нам эта печь? Вот. Ага. Ну, то есть просто палки надо нафигачить. Так, ну и все. Бум. Погнали. Все-таки я как-никак художественную профессию заканчиваю. Как я могу дом свой без картины оставить? Только вот... Ёб твою мать, это что такое? А если я сломаю? Ой. Ой, что это? Скелет в лодке? А чё он такая огромная-то? Куда её повесить-то? Ну, хата у меня, конечно, такая прямоугольная, поэтому, да, неудобно. А чё, другого ничего нет? Да ладно, что за бред? Или я что-то не понимаю? О! Ну, кстати, прикольно. Ну, я вообще не люблю вот эти черепа, но... Не знаю, надо вторую какую. А что-то какая-то она гигантская. А как поменьше сделать? Можно ли как-то? По-моему, больше нет. Ну что ж, надо сделать сейчас... А, шерсти-то нет. А, подожди, так у нас кровать-то с собой. Во, у камина будем спать.
А, очень круто. И... вот тут еще надо что-то поставить. Я даже знаю, наверное, что. Хозяева вернутся, короче, на дачу в этот дом. Скажут, твою мать, что тут произошло? Дом снесли наполовину вот с этой стороны. Затопили, вот ублюдки. Кто же это сделал? Что за маньяк? Такой звук, как будто что-то потушили. Можно березу поставить. Кстати, а если я реально поставлю березу, она у меня что, во весь дом, что ли, вырастет? Господи, это что такое? Понял, не буду. Знак свыше был. Так, какой из этих цветов? Вот этот, может, сирень. Неплохо, сирень это круто. Так, или мак. Мак, это же мак, да? Ой, я люблю мак. Да. Или нет, что это? О, да. А что с него можно сделать? О, красный краситель. Слушайте, да это отменно. Ну, давайте захерачим тогда весь мак. А он же будет тут расти или как? Просто на красный краситель. А то эти красители, думаю, где же их взять-то? А вот они, господи, цветы-то растут везде. Эть, давай. Оп, оп, оп. Вот тут надо что-то придумать. Вообще обустроить здесь все немножечко. А, теперь мы можем спать уже в этой хате. Отлично. О, да. А, главное не сгореть бы. Пердак себе не поджечь. Че, морковку, что ли, посадить? А, давайте... Можно... А, нельзя сажать? Вот я даун. Ну, ладно. А я что-то обрадовался. Наверное, только в земляную, да, панель? Лопата. Можешь понырять, типа... Подожди-ка. Ай-яй-яй-яй. Так, чем-то другим надо. Вот этим, наверное, да? Нифига она долго ломается. Ну, точно под водой. А что это? Ой-ой-ой. Это, по-моему, не глина была, да? Гравий. Сука, это гравий. Может, вот это? Вот, наверное, глина. Да, вот она-то. О, да, детка. Куда ты застрял-то? Где ты? Почему? Нормально, нормально все. А я, мне кажется, маловато взял-то в итоге. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. А, кусочек железа. О, кирпич. На, ждать надо. Подождем, что? Пока что глянем, что тут у нас железка. А, ну и пока давайте выкинем. А, у нас же есть вот место. Сортир, отстойная яма. Сейчас сюда все кинем. Оттуда. А главное не упасть на осколки задницей. Так, только как бы не промахнуться, я хочу прям туда скинуть всякое разное, чтобы скинуть песок. А нам что-то выкидывать-то особо не надо. Кости, молоко вот. А, мы же торт можем сделать. Ёпта мать, точно, офигенно же. Куда я его слил? Зачем сюда его слил? Тростник. И тортик. Еда. Вот он. Не хватает сахара. Наверняка, да? Где-то он у меня тут был. Сахарочек. Вот он. Пускай будет в размере 3. Сюда. Ага. И... А? Опять что-то не так. 2 эти... А, яйцо. Яичко-то забыли. Ну как ж так? Цыпа. Смотрите-ка, прям побег из Шоушенга. Они так и мечтают выбраться на... отсюда. Давай. Отлично. Вот и все. Все, тортилла сейчас будет. Ну, зашибись. Вот, все-таки я красавчик. Вот как ни крути, но вот... Это что такое, удочка с морковкой? Зачем она? 2 сделаем. Отлично. И мясцо надо пожарить. Видимо, вот так. Сирень можно посадить? Нет, слишком большая, наверное. Или можно? А, неплохо. Ну все, ну, по красоте, что я могу сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а как же так получилось-то? И что ж получается-то? Я тортик сломал. Целый торт! Целый торт! Ой, я не знаю, можно ли? Он, наверное, большой, может, слишком был. Блин, ну пипец.
Кровать горит, ну ничего страшного. Блин, ну, может и можно. Ну, поняли мою задумку, я просто идиот. Что-нибудь-то хоть можно сюда на эту плиту поставить? Или она не способна вообще ни на что? Даже фонарь нельзя. Бесполезный стол. Фу. А, не, вот, на что, что на плевок похоже, так это вот это вот. Фу. Фу на тебя. Сожрал. А, вот, собственно, первая хата готова, такая неплохая. Ну, получше, поинтереснее, чем предыдущие. Можешь сказать, что это дерьмо, но нормально, мне нравится. Березовая табличка. Вы поверить не можете, но я забыл, что я хотел. Так, что-то меня глюкануло. А, табличку точно. Таблоид. Таблоид нужен. Таблоид. Давай. Надо. Опа. Давай. Берлога Мемфиса. Не спрашивайте, кто это такой. А здесь... А здесь вода. Все. Ладно. А, ну все, пока что на этом все. Там посмотрим, что будет дальше. Бум. Все, всем пока.